Ми всі хочемо жити в такій Україні, де не буде печерного націоналізму. І я переконана, що перемога за нами, вона неодмінна, вона буде, тому що я це знаю. І продовжити нашу зустріч я пропоную російською мовою. Дай вам Бог здоров'я. Я точно знаю, що Бог єсть. И что все, что происходит в моей жизни, это совершенно не случайно. Вы знаете, какие чудовищные санкции введены против моего мужа и меня? Бог есть. Вас и вашего мужа обвинили в финансировании терроризма. Зеленский-то, он нарушил закон Бога. Он нарушил 9-ю заповедь, которая гласит: «Не лжесвидетельствуй, не лги». Я тоже же буду стоять перед Богом, Диана. И я тоже должна буду им ответить за свои деяния. Так вот, в этом уж точно, в хартиях, которые будут держать бесы, такого пункта обвинения не будет. Да ладно! Мне очень хочется рассказать вообще всему миру, какая мы простая, классная семья на самом деле, потому что мы довольствуемся малым. Записана на Марченко тільки одна фірма «Укркапітал» і тільки у Києві володіє більш як 10 квартирами та більш як 10 паркомісцями у елітному будинку на бульварі Шевченка, 27Б. Вот этот вот голый король, он выключил инстинкт моего самосохранения, потому что у меня есть дети, родители, муж. У меня есть еще сотни людей, взрослых и маленьких, каких угодно, для которых я тоже мама. Потому что так или иначе я опекаюсь этими инвалидами. Инвалидами. Я живу, я делаю, я буду продолжать заниматься благотворительностью, только это еще будет на еще большем уровне. Я буду говорить людям, что вот эта партия, к которой я примкнула, там мой муж, они говорят правду, они отличаются этим от других. Чем новый украинский политик Оксана Михайловна Марченко будет отличаться от всех них и ваши первоочередные цели и задачи, которую вы себе ставите? Ничем удивлять не буду. Я сегодня буду делать то, что делают члены партии. Кнопкодав рекордсмен в Верховній Раді упіймали на гарячому нардепа, який примудрився проголосувати за сусіда 9 разів за один день. И вот, собственно, проект «Паломниця», он будет защищать нашу каноническую церковь, украинскую церковь. Потому что, ну, ни Бог, ни церковь в защите не нуждаются, но нуждаются в защите люди, которые являются ее телом. Так вот все эти люди сегодня, наши вот православные христиане, которые также страдают от этого беззакония, которых выбрасывают из храмов, которым сегодня, слушайте, ну сейчас они запретят еще, давайте нашу церковь, до чего еще можно додуматься. То есть это обязательно то, что я буду делать. Иисус Христос, Господь, и это Господь, Господь, и Иисус Христос, Господь, и это... Сегодня люди не могут получить образование, например, русскоязычное на родном языке. Это значит, что украинцы, будущее поколение, отрезаются, они будут не конкурентоспособны. Почему? Потому что высокая наука сегодня говорит на 6 языках мировых, и один из них русский. Значит, украинцу что легче выучить? Английский, французский, китайский или все-таки русский? И быть, скажем, и черпать из этих источников знаний. Какие слова ты выучила? Крутые слова? Пиздец нахуй, блядь! Я поняла, что вы будете строить в политике. Вы будете строить большой наш дом Украина, где все будут наши, где не будет своих и чужих. Я вам желаю в этом огромного успеха. Аминь. Спасибо, Господи. Амин, 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 амин. Вау.